день. Хочешь подзаработать? Что, прости? Я дам тебе $1000, если мы сразу перейдем к третьему свиданию. Что это вообще значит? Это значит, что мы отлично поужинали, может, даже выпили с твоими друзьями, и теперь ты отсосешь у меня в тачке. Давай перейдем к делу. Ты кто такой, мать твою? Эфраим, Диверолли, а это мой лучший друг Дэвид. Мы торговцы оружием, а у нас с тобой сейчас будет третье свидание. В чем дело? Ни в чем, я ухожу со своей девчонкой. Ё-моё! У этого парня удар что надо. Нужно было выбрать другую девчонку. Пофиг, почти сработало.